снова попали в этот жестокий, кровавый, безумный мир хаоса, сомнений, боли и душевных терзаний. Удачи! Следующий персонаж – Кума. Он открывается после прохождения аркадного боя за Пола Феникса. Когда-то Хейхачи нашел в лесах усадьбы Мишима маленького брошенного медвежонка и принял его к себе как питомца. Когда Кума подрос, Хейхачи даже построил ему отдельное жилье. Хозяин учил его простым командам и жестам, которые Кума пугающе быстро усваивал. Через 2 года Хейхачи увидел в медведе огромный потенциал и принялся за его обучение боевым искусствам. Многие люди Хейхачи боялись медведя из-за его ума, поэтому покинули усадьбу от греха подальше. Ну, просто ко всему прочему, Кума еще и не брезговал человечиной. Несмотря на то, что Кума был предан Хейхачи, он часто надолго уходил из дома, поэтому не довел свое мастерство боя до совершенства. На турнире Куму победил Пол Феникс, как раз из-за недостатка опыта Кумы. Кума был поражен силой Пола, ведь никогда не встречал сильного человека, ну кроме самого Хейхачи, конечно. Кума занимает 18 место в моем личном рейтинге Tekken из 18.
fight. Final round. Fight. Final round. Fight. Следующий персонаж – Кадзуя Мишима, сын Хейхачи Мишимы. Когда Кадзуе было 5 лет, Хейхачи, утверждая, что его сын слишком слабый, сбросил Кадзую с обрыва. Якобы, если Кадзуя и впрямь его сын, то он сможет выжить, еще и взберется по скале обратно. Только в этом случае он получил бы право стать наследником. Кадзуя был при смерти, тяжело травмирован, но выжил благодаря охватившей его тогда энергии, которая называется «дьявольский ген». Затем, уже став старше, Кадзуя принимал участие в турнирах по боевым искусствам по всему миру, стремясь стать чемпионом. И у него это получилось. Единственный соперник, с которым проходила ничья, Пол Феникс. Кадзуя участвовал в турнире, чтобы отомстить отцу. Кадзуя не столь волновал приз и победа, лишь ненависть и жажда мести. Это было главнее всего. Кадзуя занимает 4-е место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight. Yep. 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 Final round. Fight. Ah! Yep. Yeah. Final round. Fight.
Кадзуо как раз-таки и стал победителем в турнире. К тому же сбросил отца с той же скалы, с которой 21 год назад его и сбросил Хейхачи. Получается, именно Кадзуо является главным героем Tekken. Следующий персонаж – Devil Кадзуо. Он открывается после прохождения мини-игры, которая активируется при запуске Tekken. Когда Кадзуо чуть не умер, взбираясь на скалу, он был готов на все, лишь бы отомстить отцу. В итоге его ненависть была услышана, и Кадзуо продал душу, дабы иметь шанс на отмщение. Devil Кадзуо занимает 3-е место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight. You win.
Final round. Fight. KO. You win. Final round. Fight. Следующий персонаж – Ли Чаолан. Он открывается после прохождения аркадного боя за Кадзую. Родители Ли умерли, когда мальчику было 12 лет, поэтому Ли начал упорно тренироваться, чтобы выжить. Когда мальчика заметил Хейхачи, увидел в нем хорошие задатки, он усыновил его.
Хейхачи планировал вырастить из Ли соперника для Кадзуи, потому как Кадзуи, по его мнению, был слишком слаб, чтобы управлять Мишима Дзайбацу. С тех пор Ли решил доказать, что достоин большего, чем его сводный брат. Ли учился вместе с Полом Финиксом и Маршалом Ло в США. Ли принял участие в турнире, чтобы доказать, что более чем достоин. Достоин больше, чем Кадзуи. Но в турнире как раз-таки Кадзуя и победил, к сожалению, для Ли. Ли занимает 7-е место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight.
Следующий персонаж – Мишель Чан, обладательница магического кулона, способного подчинять могущественных духов. Когда-то Хейхачи искал этот артефакт и послал своего человека в Америку, чтобы найти его. Как раз этот человек и стал отцом Мишель. Но так как он не выполнил свою миссию, люди Хейхачи убрали его, и все еще, находясь в поисках кулона, перебили все племя Мишель. Мишель вступила в турнир, чтобы отомстить за смерть отца и племени. Во время турнира боец Кунимицу похитила амулет Мишель, но девушка вернула его, победив Кунимицу. Когда она узнала о Кадзуе, вышла из турнира, не дойдя до финала, поскольку она была довольна уже тем, что другой человек сумел победить Хейхачи. Мишель занимает 5-е место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight.
Мишель вернулась домой к своей матери, будучи счастливой от поражения Хейхачи, хоть и не от ее рук. Следующий персонаж – Кунимицу. Она открывается после прохождения аркадного боя за Мишель Чан. Кунимицу, также известная как Дьявольская кошка, раньше была членом клана Мандзи, главой которого является Йошимицу. Она состояла в клане, пока ее многократно не поймали на мелком воровстве из фондов группы. После изгнания Кунимицу занялась воровством различных сокровищ. Она вступила в турнир, будучи заинтересованной в амулете Мишель Чан. Но Мишель смогла отстоять свое сокровище, и Кунимицу осталось ни с чем. Кунимицу занимает 13 место в моем личном рейтинге Tekken. Round. Fight.
Final round. Fight. Следующий персонаж – Нина Уильямс. Нина родилась и выросла в Ирландии вместе со своей сестрой Анной. Отец с самого раннего детства занимался подготовкой дочери к тяжелой жизни, что пробуждало в Анне ревность. В борьбе за внимание отца, Ричарда Уильямс, сестры сначала сильно соперничали, а потом и вовсе стали врагами, когда Ричард умер. Сестры обвинили друг друга в его смерти, и даже когда пошли каждая своей дорогой, не прекратили свою разрушающую все и вся ссору. Нина стала профессиональным убийцей и в 20 лет получила задание убить главу Мишима Дзайбацу, Хейхачи Мишима. Но миссию она так и не выполнила. Нина Уильямс занимает первое место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight. KO. Final round. Final round.
Следующий персонаж, Анна Уильямс, открывается после прохождения аркадного боя за Нину. Анна родилась и выросла в Ирландии вместе со своей старшей сестрой Ниной. Насколько мы уже знаем, отец обучал девочек боевым искусствам, но лично Анна, помимо прочего, тренировала и мать. Когда Нина стала киллером, Анна в свои 18 уже была членом отряда Tekken Sioux. Скорее всего, в турнире участвовала, чтобы противостоять сестре. Просто потому, что терпеть ее не может. Анна занимает второе место в моем личном рейтинге Tekken. You win.
final round. И последний, но не последний по значимости персонаж Хейхачи Мишима. Он открывается, если пройти аркадный бой за любого персонажа, но при этом ни разу не проиграв. Хейхачи является сыном Дзинпачи Мишима, отцом Кадзуи Мишима и приемным отцом Ли Чаулана. Когда-то известный мастер боевых искусств Дзинпачи Мишима основал компанию Мишима Дзайбэцу, которая занималась разработкой военных технологий. До турнира короля Железного Кулака Хейхачи сверг своего отца и захватил Мишима Дзайбэцу.
Предотвратив отмщение, Хейхачи посадил отца в тюрьму под храмом Ханмару и бросил его там умирать. Кадзуи воспитывал Дзинпачи, и думаю, это одна из причин, почему Хейхачи столь безжалостно сбросил своего сына со скалы. В 52 года, скорее всего из-за стремления проверить силы Кадзуи, Хейхачи организовал турнир Короля Железного Кулака. Хейхачи занимает 6-е место в моем личном рейтинге Tekken. Final round. Fight. В итоге первый турнир Короля Железного Кулака закончился победой Кадзуи Мишима. Он получил призовой фонд в 1 миллиард долларов и титул хозяина финансовой империи Мишима.
Вот и сказочке конец. Кто не слушал, тем пипец. Увидимся с вами в продолжении. А пока, спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!